побеждать. Это неприятная обстановка. Я думаю, сейчас судим самое время. Сейчас как-то соперников немножко успокоить, но тем не менее, вот я не обратил внимания, как же это произошло, что вратарь Борис Тартунов оказался на льду, и кто столкнулся с ним, как это могло произойти, и, в общем-то, на ровном месте споткнуться, так выигрывать, и таким счетом, и, ну, может быть, это случайно. Вот обратите внимание. Ну, совершенно мне какая-то нештатная, я бы сказал, ситуация, и просто удивительная, я бы сказал. Все шло нормально, без каких-то всплесков таких вот нежелательных, и на тебе. Вот на скамеечке штрафников я вижу Владимира Зоркина, а это вы видите крупным планом Бориса Тартунова, 22-летнего голкипера, очень талантливого, бесспорно.